А это к человеку, к смертному. Папа там перечисляет его звание. Вот он хотел приехать, сейчас задержали его. Ну, ясно дело, зачем он бы ехал-то, когда война продолжается. Так вот, я попутно вставлю слово. Сегодня караулов, другие говорят, что на 9 мая вполне возможно, что президент объявит всеобщую мобилизацию. То есть полноправная война, не какое-то там действие сейчас идут, а полное, сметая с лица все. И про ядерное оружие уже не раз упомянули. Вы позаботьтесь о своих, вы опоздали все, если не слышали, что я раньше говорил. В Российской Федерации принят был закон, много лет действующий, об альтернативной службе. Когда человек ради моих религиозных убеждений, я не могу оружие брать, и я не отказываюсь от службы. Ему назначают вместо полутора лет, 3 года, допустим, ухаживать за больными, за заразными. Но не будет он подносить ни патроны, ни корректировать огонь, куда правильно, чтобы снаряды ложились. И надо это сделать было до призыва за полгода. И когда приносили заявление, то прямо показывать, рядом был священник. И власти понимают, закон принят, и он принял, и все, подшил, и все. А священник уговаривает, иди воевать, иди, иди. Александр Невский воевал, иди. Ушакова канонизировали, иди. Иди в Афганистан. 14 700 гробов и 70 тысяч раненых коллег, как сегодня дают статистику. И где на Афганистан? Что-то понятно. Нет, туда и царь не ходил. Почему? Безумие маразматиков. Устинов был в это время, Брежнев. И вот они ходили, думали, еще сделали. Ну, если так вот вникнуть-то. И сегодня тебя потащат туда. Подумайте об этом. Очень хорошо родных и близких. Начинай молиться. Пусть с опозданием, но подадут. Если не знают где, зайдите на меня. Я вам скину, какое заявление, как его писать. Все указано у нас. Я уже много раз скидывал этот материал. В военкомат, который надо отнести. Ссылаясь на какую статью закона. Конституция Российской Федерации и прочее. И вот я вчера слушал патриарха. Я, как Лев Толстой говорит, слабый стал, говорит, глазами. Я представляю суд Божий. Люди стоят, доверились, стоят. Епископов много. И нигде так умно обходят жертву Христову. Учение оставил. И опять. Учение наше, что мы любили друг друга, слушались там. И опять. Ну, Филипп-то диакон был. И он так сказал, что сразу эфиопин-то поверил. Эфиоп-то. А вот вода, что препятствует мне, если веришь? Верую, что Иисус, я Сын Божий, умер за меня. Все. В этом все вероисповедания. Вся премудрость в этом была. А тут кого только не придумали. Сексоведы, и Дворкиных, и чего только нету. Всякую мерзость туда натянули. Деноминации, конфессии. Нет в Библии этих слов. В Библии есть истина и ересь. А ересь сатана прикрыл этими словами. Воцерковление, окормление. Эти слова страшные. Посмотрите, как написано в Википедии. Окормление что? Обкормить. Перекормить. Отравить. Другого значения нету. А я окормлял. Когда задумаешься, в самом деле... Когда попов простреливали, говорили, враг народа, он не говорил. Я потом дошел, да, враги были, не проповедовали народу. Почему в революцию не пошли ни субботники, ни баптисты? В революцию это не пошли ни один. А почему Слово Божие держало их? А священники, митрополиты, и даже митрополит Храповицкий Антоний, основатель отдельно зарубежной церкви-то, они присылали благодарность временному правительству и говорили, теперь церковь свободная, она развернется, она теперь покажет себя, показала. В один год 200 голов епископских отлетело. Речь идет о сотне тысяч священников и монахов. Вот какое дело-то. Слепые были все. Ну а кто-то говорил об этом, что будет? Говорил только один человек. До этого, до революции еще. Говорил об этом Ян Кронштадтский. Бог даст бич в лицо. И говорил Григорий Ефимович Распутин. Он как умолял, не делать мобилизацию. Папа, не делай это. Он их звал, папа и мама
царя и царицу. Никто не знал, что будет. Он сказал, меня убьют. Если это просто кто-то ко мне, одна прихожанка пришла, говорила, сама ножом его поранула. Он лежал в больнице в это время, когда объявлена была мобилизация. И он оттуда телеграмму слал, папа, не делай этого, сгоришь ты весь, и дом твой погибнет. Если меня убьет какая-то бабка, ничего не будет, я умер и все. Но если будут участвовать дворяне, 3 года будут смута. Но если в этом деле убийстве моем будет особо царское, то исчезнет царство. Полностью романовский род будет истреблен. Как было не понять эти слова? И вот Елисавету, родную сестру царицы Александры, то есть Алису, она была Фердинандовна, почему-то стала Федоровна. Она поздравительная стала слать письма. Наконец-то убрали Распутина, убрали. Она святая. Она ликовала буквально. Вот все наши канонизации во Слове Божьем как пойдут. Это уже все доказано. Бог простил ее. Да дай Бог простил. Если простил. Почему? С опущенными руками никогда на молитве не стойте. И руки или подожмите, или поднимите, или распростритесь на земле. Или в руке держите Библию. Вы посмотрите иконы. Ни одной иконы нет, чтобы руки были опущенные. И только одна Елисавета. Вот понимаешь, когда начинаешь дальше смотреть, и кто художник рисовал, он не знал. Это опущенные руки, дрожащие колени. Почему не советуют ноги подгибать? Это все имеет глубокий смысл отражения нашей действительности. А то это не важно, борода не важна, без платка не важно. Главное сердце. Так это из сердца все исходит-то. Сердце-то мы не видим. От избытка сердца, говорят уста, матерки, от избытка сердца. А не так, что в уста входит не грех, и постыдно себя не соблюдает. Это все обман. И вот я вчера послушал, как патриарх как бы поздравительное слово говорил, все, уверовать никто не сможет от такой речи. Ты посчитай послание к Коринфянам, и Павел непрерывно говорит об этом. Я решил ничего не знать, кроме Христа и притом распятого. Слово распятие даже, кажется, ни разу не прозвучало. Почему? Вывод один только, он не знает этого, не знает и не примирен с Богом. Я только так могу понимать. Он не мог скрыть такую тайну, если он пережил духовное рождение. Он бы хотел молчать, но звуки лились бы из него, как из Иеремии. Я усилился молчать, но не мог. Внутри меня как разлитый огонь в костях моих. Вот что пишет Иеремия. Патриархи, папы этого не скажут. Они думают, будут беседовать, разговаривать, что-то они смирят. Ничего этого не надо. А как? Молитва. А молитва, она такая, что дальше разумение не идет. Вот кто не видел это, попросите, я скину все эти ресурсы. Как шло богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Ни одного прихожанина. Вокруг крестный ход. Они толкутся, ходят с разной стороны, кадят, дым пускают. Все это фальшь без Бога. Без Христа это пустой надрывный звук. Харисты там поют, как они заливаются, там возгласы делают, а Христе нету. Скинем на первый век. Делали это апостолы или нет, чтобы кружить себя вокруг стола? А вот теперь эту плащаницу, я не против, я православный, я принимаю, но это не на первом месте должно быть. 2 с лишним часа и ни одной проповеди о жертве Христа. О любви Божией говорит, ну скажи, какая любовь? Апостол Павел говорит, он доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были грешниками, еще не прощенными. Он прямо говорит, переписан 1.21, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Не Христова смерть только, моя смерть за Христа, не только. Я откуда это все знаю-то? А Слово Божие, которое я получил у сектантов в руки, у сектантов, которые с баптистами вместе были, 27 сентября 62 году. Нынче 27 сентября будет 60 лет, как я держу Библию в руках. У меня была псалтырь. Я псалтырь стихотворение написал, когда сидел в тюрьме. Кладу под подушку. Под это было сказано. Если не знаете, я псалтырь могу скинуть. Она, кажется, положена на песнопение. Вот как. Ко всему этому добавляю, у меня нет образования гуманитарного, ни религиозного. Я технарь.
строительный техникум, как колледж называют. Итак, никому не доверяйтесь, а проверяйте в Слове Божьем. Я не хочу этого говорить, но внутри меня как разлитый огонь. Я буду говорить, может, ролик составим, но вы первые, которые после моего просмотра патриаршей речи. Почему? Потому что ближе вас никого нету. Вы на молитве. Завтра будет больше, они тоже будут близкие. С Богом. Заявление для верующих православных христиан, которые братья наши оставляют в военкоматах, направляют туда. Либо заказным письмом, либо лично привозим. Я лично привез. Зачитываю мое заявление. Поскольку я учился в университете, где была бронь от военной службы, а потом я учился в аспирантуре, то я рядовой запаса. Для тех, кто служил в армии, для них другой немножко бланк, но сильно не отличается. Основная часть одинаковая для всех. Военному комиссару такого-то района, от гражданина, фамилия, имя, отчество, город и адрес прописки ваш, и телефон контактный. Заявление. Я такой-то, такой-то, такого-то года рождения, прописан по адресу, имею диплом о высшем образовании, такой-то, если имеете. Если нет, то специальное или какое есть. Являюсь рядовым запаса с такого-то числа, военный билет номер такой-то. Состою на воинском учете с такого-то числа по такое-то. В Объединенном военном комиссариате Тверского района ЦАУ города Москвы. Далее с такого-то числа принят на воинский учет в военном комиссариатом такого-то района, такого-то города. Зачислен в запас на основании статьи 52, пункт 1 ФЗ ОВОИС по категории Б. Ставлю вас в известность, что в связи с тем, что я уверовал в Бога и отныне являюсь православным христианином и членом прихода, дальше название прихода своего, СМ-приложение, справка номер такая-то от такого-то числа. Здесь важно сказать, что вы должны пойти в храм и у настоятеля попросить на вас справку выписать. Дальше я ее зачитаю, то, что мне написали. Дальше ссылка на эту справку приложения. Как верующий христианин, согласно закону Божьему, Евангелию и канонических правил Русской Православной Церкви, я не имею права убивать людей. Выписки из Священного Писания. Евангелие от Матфея, 5 глава, 21-22 стихи. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, 5 глава, 38-39 стихи. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Действующие каноны церкви. 13 правило Василия Великого. За пролитие крови на войне отлучает на 3 года от причастия святых христовых тайн, как имеющего нечистые руки. 55 правило Василия Великого. Убийца есть и тот, кто нанес смертный удар, хотя бы и не первый бил, или отмщал. То есть в качестве мести или возмездия тоже убийца. Присяга. Кроме того, как христианин, я не имею права приносить присягу в ее современном виде, поскольку она построена в форме клятвы. И в ней прямо присутствуют слова «клянусь», «клянусь», а Господь наш Иисус Христос прямо запрещает всякую клятву. Выписки из Священного Писания, Матфея 5:33-37. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше да-да,
Нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Иакова 5:12. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другую клятвою. Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. О том же говорят святые отцы православной церкви. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие. В случае угрозы стране и народу не отрекаюсь от несения службы, но в форме, не противоречащей моим религиозным убеждениям. В связи с вышеизложенным свидетельствую, что в случае всеобщей мобилизации в армию я отказываюсь занимать любые военные должности, которые даже косвенно связаны с убийством людей. То есть быть стрелком, снайпером, заряжающим, корректировщиком огня и так далее. Но готов быть призванным только по гражданской специальности, санитаром, подсобником и так далее. То есть исполнять службу, которую принято сейчас называть альтернативной гражданской службой, право на которую гарантируется государственными законами Российской Федерации. Согласно Конституции РФ, принято 12 декабря 1993 года, статья 59, пункт 3. Гражданин Российской Федерации, в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. А также согласно Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях от 26 сентября 1997 года, номер 125 ФЗ, статья 3, пункт 4, гражданин Российской Федерации, в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службы. Исходя из всего этого, прошу сделать необходимые отметки в документах и вложить данное заявление в мое личное дело. С молитвой о властях и воинстве, фамилия, имя, отчество и подпись. И справка из храма содержит такие данные. Выходные данные прихода, куда я хожу, адрес, дата, когда выдано, номер справки, телефон контактный, справка. Такой-то, такой-то, такого-то года рождения. С 2016 года является прихожанином. Ну, дальше там название прихода. Регулярно участвует в церковных таинствах, под епитимьей не состоит, посещает занятия хора, принимает участие в проектах таких-то. Все, дальше, кто справку выдал, его должность, церковные в иерархии там, и подпись, такая справка. 2,5 страницы получается. Вот это нужно отдать, если вы верующий. Не то, что вы прикрываетесь верой, на самом деле вы просто трус и боитесь умирать. Это тогда, конечно, перед Богом будет лицемерие. А именно, если вы верующий и по своим убеждениям, по вере во Христа Иисуса, вы не желаете убивать, являя тем самым послушание Богу, тогда вы эту справку относите в военкомат. В других случаях это будет лицемерие, ложь, трусость и еще куча всего, то, что вы на себя возьмете, если вы не являетесь верующим в это, но прикрываясь верой, такие справки берете и относите в официальные учреждения. Важно еще сделать себе копию обязательно. Принести в военкомат нужно 2 копии. Одну копию оставить себе и попросить их поставить печать на ней, что принято, число, дата, подпись. Чтобы в случае, если к вам придут уже, непосредственно вас забирать, и если будет всеобщая мобилизация, то люди призывного возраста, их никто не будет спрашивать, вас возьмут просто и посадят, и повезут, и вы не властны отказаться. Это уже будет статья. Поэтому вы должны эту бумагу иметь у себя с печатью официальной военкомата вашего, с подписью, с датой. Они могут что-то отказывать, там говорить, что да, это все не важно и прочее. Вот я когда сдавал, предположим, мне говорили, да вы, кто вас призовет, да какая война будет это, что вы смеетесь. Я говорю, это Господь видит, что будет. Мое дело вас уведомить. И точно так же здесь. Вы уведомили перед Богом, вы все, власти уведомили официально.
И у вас бумага с собой есть, на всякий случай. Сфотографировать ее, отсканировать, чтобы у вас и на телефоне была, и везде, чтобы в любом месте, где вы есть, вас призвали, и вы можете показать, что я уже давал знать, что убивать я не буду. Чтобы заранее люди знали, с кем имеют дело. И определили вас, куда следует на службу, а не просто так. Винтовку и давай, иди стреляй. Это очень важно, важный момент. С Богом!